Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас обзор вот на такую вот открывашку для консервов. Покупала я ее на Озоне, ссылку оставлю. Цена около 120 рублей, может быть, точно уже не помню. Вот. Так вот она выглядит даже. Картиночка вот есть. Сейчас мы попробуем ее открыть. Такая вот она. Единственное, здесь пластмассовая штучка, за которую я сначала не хотела брать, но почитав отзывы, якобы все в порядке у всех, я подумала, ладно, возьму. Вот изначально у меня мама заказала такую. Говорит, 80-е годы такая была, очень удобная. Ее уже постарела. Вот найди мне такую же. Вот я нашла только на Озоне. У нас есть та же консерва. У нас тут что, скумбрия, красная цена. Попробуем открыть. Пошла. Все перемажется сейчас. На самом деле такой открывашкой я пользуюсь всего второй раз за всю свою жизнь. Ай, масло. И до конца не помню, как оно это делается. Вот, единственное, знаете, когда вот поворачиваете, надо жать в ту сторону, то есть на бутылку. Не просто поворачивать, а на бутылку. Вот тогда вот она открывается. Если я буду просто крутить, ну, просто она тоже едет, но иногда останавливается. Опа, теперь назад. Ай, и все, масло. Ай, ага. Ну, давайте также проведем обзор этой консервы. Раз уж мы ее открыли. Опа. Ой, там бульончик много. Так, тарелочка. Ай-яй-яй-яй-яй. Все в масле. Ой, господи. Ах ты, господи. Так, ну вот такая, смотрите, у нас скумбрия. Тут довольно все видно. Вот видно, что она полосатенькая. Что это скумбрия, не кто-то там. Даже хвостик. Два хвостика. Не знаю, как у остальных, что там было. Тоже кладут, что ли, наверное, по хвостику. Вот так же, в принципе, там казалось, что в банке очень много масла, оно даже выскочило, вы видели. Здесь, в принципе, нормальное масло. Вот, попробуем сейчас на вкус. Ой. Так, косточка есть. Жестковатые. Сочная такая масло, меру соленая, но жестковатая. Может быть, как, ну, она в скумбрии получилась как сама рыба. Просто как будто обыкновенную рыбу, как купаете там другие рыбные консервы, точно так же. Просто рыба. Также можно было написать какая-нибудь другая. Потому что там как копченая, мы привыкли, если скумбрия, то она копченая, то тут нет этого вкуса. Просто как рыба, обыкновенная соленая рыба. И вот
вкус маслица всего этого. Ну, в принципе, на сегодня это все. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока.